Болотами занимаюсь очень давно. Тут есть друг, соратник и, возможно, еще один участник следующей встречи — Наталья Зеленкевич. Поэтому о себе с точки зрения как болотоведения, то есть занимаемся уже довольно давно. С 2004-го, да. Ну а с 90-х это я по... Мои виды по кандидатской диссертации были часть болотных, поэтому я начал, так сказать, с популяционного уровня. А потом уже, когда у нас образовалась наша команда вот с Академии наук, и мы уже стали вот так более системно и более, скажем так, комплексно изучать болота Беларуси. Сначала верховые, ну а сейчас мы больше переключились на переходное и низинное болото, чтобы в итоге, скажем, оценить растительность, ну, заодно и флору всех болот Беларуси. То есть, поэтому, как один из результатов нашей работы, такой материальный, да, это вот флора и растительность верховых болот Беларуси, я думаю, видели научную монографию. Правда, это только вошло часть материала, так как огромные... Материал по продуктивности, да, еще много еще аспектов, которые не вошло, но это такой бесконечный процесс, поэтому мы решили вот основное по классификации экологии верховых болот Беларуси опубликовать. Ну, а продолжение будет, я надеюсь, главное, чтобы мы дожили. Вот. Да, мы, хотя это, не, я понимаю, да, такой, как бы, реплика. То есть это, как бы, чисто научное издание, не научно-популярное, но мы взяли опыт зарубежных коллег, которые, ну, раньше были монографики черно-белые, только графики, диаграммы, ну, такая сухая наука. И здесь мы сделали новый формат, который начали делать еще с книги «Флора и растительность болотоельня». Как бы первый опыт и вот продолжение уже по всем верховым болотам. То, что есть и фотографии, да, и цветные иллюстрации, что очень важно. И поэтому, ну, если не текст, то иллюстрации большинству, как бы, людей, которые смотрят эту книгу, будет интересно. Да. А вот. Издание только библиотечное или есть розница? Нет, это издание только в библиотеке, то есть это, скажем, издано за деньги, помощь наших коллег, вот тут сзади есть, вот Грейсвейский университет, то есть там есть центр изучения болот, это в Германии, и немецкие коллеги, с которыми мы и работали, и работаем до сих пор, помогли нам с финансированием, так как мы хотели сделать именно в цвете. То есть в черно-белом можно было сделать и без больших так сильно денег. Но все-таки мы, да, дождались, что было, как бы, все по фэншую, да, то есть было современно выглядело. И оно, так как это была денежная помощь, то оно не коммерческое. То есть мы передали в библиотеки, университеты, в национальную библиотеку. Вот, то есть она доступна. В электронном варианте она в сети есть. В PDF-ке. Да, в PDF есть на сайте Института экспериментальной ботаники и на сайте библиотеки Гродненского университета есть. То есть она доступна в PDF. Да. Вот. Национальная есть, в научной есть, в БАН. Точно есть. На биофаке есть библиотеки БГУ. Вот. Ну, понятно, в Институте экспериментальной ботаники в библиотеке есть. Ну и чтобы, чем сейчас занимаемся, конечно,
сейчас работаем с материалом, например, по Беловежской пуще, да, в первую очередь по болоту Дикому, по Споровскому и Званцу, по низинным болотам обработка материала. Еще есть идея, чтобы сделать, ну, в таком, ну, не совсем научно-популярном, но более доступным для более широкой аудитории, сделать книгу по рамсарским территориям Беларуси всем. Вот, тоже в цвете, с фотографиями, такой расширенный справочник. Вот, то есть часть уже написана по Морочно, по Котре. Хотим делать именно вот в таком формате, чтобы оно было зрелищно. Да, то есть не как бы чистая наука-фактология, но и оно было красиво. А расскажите, пожалуйста, с чего вы начинали свой исследовательский путь? То есть что это, что вас подтолкнуло, какие-то, может, события? Это страшная история. Мы как раз вот с Наташей шли, как раз вот этот вопрос и вспоминали. Ну, если очень глубоко копнуть, да, то есть как бы, то у меня, ну, это как-то интуитивная тяга была вот с детства. Вот что-то тянуло к растениям, в хорошем смысле этого слова, конечно. И, то есть, очень любил заниматься сельским хозяйством, там, у бабушки в деревне, там, выращивать, опыты делать, прививать. Ну, вот, хотя тоже все думали, ну, там, ребенок, да, иди там, мячик поиграй, там, еще, вот. А мне нет, да, там, вот, выращивать растения. Плюс очень лес любил, да, то есть там, ну, понятно, там, ягоды, грибы, вот, ну, просто вот комфортно себя чувствовал. Поэтому, помню, было, что там, мне рассказывали, я не помню, что пошел в лес в 6 лет за грибами сам, в деревне там. Ну, потом нашли, хорошо. Да, ну, да, с полным этим грибом, просто я уже там не знал, куда идти, но... И изначально, ну, как-то все дети, ну, в нашем детстве, да, союзном, там, космонавты мечтали, там, и так далее. Я хотел быть лесником. Потом, значит, агрономом, но бабушка меня быстро отговорила, вот, в деревне. Сказала, что это неблагодарная работа. И, в общем, и потом закончилась биофаком, да. И на биофаке тоже, хотя не было специализации ботаника, ну, как бы я дополнительно еще сам собирал гербарий, хотя это там, например, не нужно было в некоторых вещах. И в итоге, ну, у меня такая судьба как бы не по прямой шла. И это, наверное, вот на самом деле такая вот предопределенность есть. И после университета я как бы ушел на работу, которая не была связана вообще с биологией, в принципе. И хотя она была денежная, но это были 90-е, да. Нет. Давайте, же интересно всем. Ну, на таможне. Вот, но... Да, уже заголовки, кстати. Это так. И в итоге, вот, хотя, ну, вроде все было хорошо, да, там, и там, ресурсы, да, и все остальное, тем более 90-е, хорошее время, вот, но все-таки в итоге вот как-то осознание пришло, что все, больше я не могу, да, вот, и я, то есть, оставил работу, хотя все считали, что я сумасшедший просто, вот, и как раз получилось так, что в университете нужен был там сотрудник, вот я пошел, и осенью еще просто сел на поезд и поехал поступать, ну, вот спонтанно, да, поехал поступать в Институт экспериментальной ботаники. Вот, как-то вот решил все-таки, вот, ботаника это мое, и как бы не уходил, все равно меня возвращало. Вот. Ну, потому что, например, в университете не было ботаники, я занимался вообще биохимией мозга. Ну, там институт биохимии у нас в Гродно есть, там Островского школа. И кажется, ну вообще не связано. Ну, и
поступил в аспирантуру, вот, и не жалел, да, то есть, хотя, конечно, было немножко и тяжелее, да, и сложнее, вот, но в итоге, как бы, пришел туда, к чему, наверное, шел всю жизнь, вот именно заниматься растениями, растительностью, это вот, то есть, должно приносить удовольствие, то есть, мне это нравится, это мое, я чувствую, что это вот, это то, что нужно, в чем это вот, в чем мое призвание. Поэтому, ну, там много всяких историй было, но оно сложилось так, что все равно я пришел в ботанику. Как бы я ни хотел или там не советовали мне идти в другие сферы, часто более выгодные, чем, особенно с финансовой точки зрения. То есть, вот так. Ну, да. А можно ли вообще там начать что-то изучать, стать плотоведом без образования, как, на ваш взгляд? Ну, если кратко, то нет. А если не кратко? Если не кратко, просто изучение болот, он такой слишком многослойный. Ну, потому что для меня, например, изучение – это нечто другое, чем, например, я спрошу там у натуралиста-любителя. То есть это разный мы смысл вкладываем абсолютно. Если изучать, открывать для себя, ну, как правило, начинают с видов. Да, то есть вот это пушица лагалищная, да, это вереск. То да, это можно без образования, это классическая натуралистика. Вот. Но без образования, без этой базы, этим все и заканчивается. Почему? Потому что в итоге ты должен перейти на экологию, да, ты должен перейти на функционал. А как это работает? Не просто фактология, да, вот я знаю там 80-100, там 1000 видов и все. То есть в натуралистике вот оно так. Нашел этот вид, нашел следующий, особенно охотники за редкостями. Это все очень интересно и завлекающе. Но без образования дальше пути нету просто. Самообразование? Вот. Ну вот насколько реально самому, например, начать? Самообразование. Читать? Дело в том, что, ну, мое мнение, потому что у меня уже больше 20 лет преподаю в университете. И как бы есть опыт, там, тысячи этих студентов. Хочу сказать, что самообразование может быть, но оно получается фрагментарное, как фасеточное зрение у насекомого, да, то есть этот кусочек, а вот как, и я еще не видел ни одного натуралиста, который бы системно, вот так, знаете, подробно, наука за наукой, да, там, геоботаника, там, физиология растений, там, то есть это, я считаю, особенно в 21 веке, это почти нереально уже. То есть, и плюс, реально он может научить только человек человека. То есть, дистанционное, оно дополнительное, это мое глубокое убеждение, потому что я пробовал и вебинары учить студентов, когда там я в Питере, да, и своих, и все эти технологии, ну, не то. Не то, нет обратной хорошей связи, и это все вот, ну, не живое. Вот, не знаю, может, я слишком старомоден, да, вот, но хотя мне даже сами студенты потом говорили, что не, говорит, лучше вы живьем, хотя нам сложнее, конечно, потому что да, приходится работать, но зато интереснее. И то есть образование, вот там, ну сейчас ладно, урезали 4 года, дам плюс 2 магистратуры, оно дает вот этот фундамент. Потому что ты постоянно, ну конечно, кто хочет учиться, да, вот, то ты постоянно, то есть вот создаешь вот слоем за слоем, как почва. Поэтому сам я еще ни одного человека не встречал, который бы поднялся бы до такого уровня самообразованием, как вот, как у кого оно есть, базис этот. Ну, может, есть исключения, но они подтвердят правила, правду. Вот. Достаточно ли заочного образования? Заочное, я считаю, это не образование.
Это как, знаете, как у нас говорят, как бы диплом в рассрочку. Вот так. Иногда бывают заочники, были у меня несколько исключений, когда учились ребята, ну, которые хотели, да, но потом разные обстоятельства есть, конечно, да, ну, как раз там из-за финансовых вещей, то есть надо работать, и они где-то там вот там на третьем курсе уходили, еще да, еще может быть, но чистые заочники, которые приходят, то есть я ни одного не видел, который бы вот вырос на вот хороший уровень вот в этой области. Вот, то есть потом. Ну, и, во-первых, вот, например, у нас на биофаке очень много младшего медперсонала. Им просто надо, чтобы была старшая медсестра, высшее образование. Понятно, медику, то есть это параллельные миры, и понятно, что соответственно, и учеба, конечно, сложнее. Мы там стараемся, конечно, с фитохимией, да, там, чтобы было связано со здоровьем человека, но это уже другая история. Поэтому обучение живьем, больше практики, то есть я стараюсь сделать. Хотя сейчас мне очень не нравится тенденция, что давайте сделаем самостоятельную работу для студентов. Типа, она называется управляемая, там самостоятельная работа для студентов. Ну, сами знаете, если студента не контролируешь, то там один из тысячи, может, и будет заниматься. Вот, поэтому тут для того, чтобы изучать болото, ну, неважно, там лесные экосистемы, луговые, любые экосистемы, то есть надо иметь вот эту биологическую, можно географическую базу, но там уже немножко изучение с другой стороны будет. Но я считаю, надо обязательно. А вот если говорить про практику, то в какой период студенты уходят из теории и начинают идти там куда-то на природу и в поле и что-то изучать? Нет, практики у нас каждое лето. То есть с первого курса начинают, да? Да, вот. Только там, конечно, зависит, какие курсы у них были. Вот, то есть первый курс – альгология, микология, да, там, морфология растений, анатомия. Второй – это уже они ко мне попадают, это геоботаника, это систематика высших растений. Потом идет по специализации, но, к сожалению, вот из пятилетки в четырехлетку, и сейчас получилось, что на втором курсе они проходят и общую практику, например, по геоботанике, а потом еще продолжение, еще почти весь июль по специализации. Это, конечно, ну, очень, очень плотно и очень большая скорость, не все успевают. Но такие правила игры. Но и после третьего курса тоже есть практика, но там уже больше по своей исследовательской работе. Но это обязательно. Обязательно, потому что вот была у нас такая тенденция, что давайте мы все сделаем виртуально. Да, там приборы виртуальные, да, там эти гербарии виртуальные. Ну и все, и ничего больше не надо. Но в итоге получается, ну, вы знаете, картинка это картинка, а живое это живое. Вот. Поэтому в итоге мы пришли к тому, что работа студента с объектом живьем, ну вот как там хирурги, да, то есть. Не дай бог, если они будут виртуально делать операции, учиться, а не на практике. Вот, поэтому обязательно, то есть в сумме где-то месяца полтора студенты работают. Да, работают в поле, то есть у нас выезжают и по району, есть и биостанция под Гродно. Вот, то есть в принципе мы стараемся, чтобы дети работали, но, к сожалению, сейчас студенты... Большая часть паркетная, как мы их называем. Это как? Что надо, чтобы асфальт был, чтобы не капало на горы, чтобы комаров не было. То есть они такие вырастают в стерильных условиях. И, конечно, что надо залезть там, в это озеро, и там эту ловушку словить, да, или там змею в руку взять. Там в децибелах крика будет. Вот. Но, да, что... На самом деле природа, это она другая, чем вот на экране монитора. И там в BBC вы смотрите красивые съемки.
чтобы это изучать, это, да, и это очень тяжелая работа, это в грязи, да, там, при разных температурах, жара, холод, вот, и тогда, вот, после практики, вот, а я очень люблю, когда приходят, сразу их на болото, потому что сейчас как-то у молодежи болото что-то страшное, что-то вообще там затягивает, ну, эти триллеры такие. Вот, и я их сразу на болото, ну, такое безопасное, вот, и, ну, поработать, описание сделать там, померять все, а потом, там, росянку покормить заодно, вот, потом не выгонять, что, ой, так это, кажется, здорово, это вот сфагны, начинают видеть виды, и потом уже на выпускном, мне очень нравится, некоторые говорят, вот единственное, что мы запомнили за все там 5 лет, это вот у вас практика. Почему? Потому что работают все органы чувств. Не только зрение, там сидишь на лекции, там уши и смотришь. То есть все, то есть ты, потому что память рук, да, ты пощупал, это в самом деле реальность. Ну вот, то есть я их заставляю, чтобы это все брали, там мерили, вот там. Некоторые там босиком, да, я говорю, что вы там в сапогах? Ну, когда июль месяц там, вот, кажется, так здорово. И, то есть, сейчас у молодежи огромный, вот я смотрю по студентам, дефицит реальности. Огромный дефицит реальности. То есть, они настолько пресыщены виртуалкой, что вот любое, там, как этот вот, реалити-шоу, можно назвать, да, вот, любая практика, особенно когда она зрелищная, что-то новое, новые ощущения, да, там запах, цвет, вкус, вот, руками. Это вот такая вот возврат вот к исходной биологической основе человека, да, и вот это очень не хватает. И тогда вот они начинают понимать, ой, оказывается, геоботаника – это так интересно, потому что я читаю чисто теоретический курс, понятно, что это на уровне философии получается. Вот. Потому что как бы фитоценоз не принесешь в аудиторию. Вот, гербарий принесешь. Ну, то есть систематика высших. Вот, вот Василек, вот Ромашка, все вот есть. А социологию вот эту всю, да, растительную, это не принесешь. И они начинают понимать, когда уже вот живьем, что вот когда там все эти сосны померили, да, там с метровками поработали, там покопали, там их состав там вымазали все, как в детстве в песочнице, вот, и вот тогда они начинают, это оказывается интересно, это живое, потому что изучать жизнь, не чувствуя ее в контакте, просто невозможно. Есть дефицит скорее таких профессионалов высокого уровня. Вот. Но чтобы вырасти до такого уровня, это надо годы, это надо очень долго. И проблема в том, что мало молодежи, которая, ну, то есть должна быть смена, да, то есть почему старше учат младших, ну, обычное образование. И вот поэтому мы, да, привлекаем студенты, там, аспиранты, но с болотами такая история, там, Или сразу любишь, или нет. Вот он нет и все. И, конечно, немногие выдерживают, это тяжелая работа, то есть иногда там 100 метров в час идешь, вот, и, то есть физически. Вот, поэтому и экстрима хватает, конечно. Скорее всего, дефицит есть вот молодой смен. Вот. И не только, я имею в виду, болото, и по остальным экосистемам, вообще геоботаников, вот, которые изучали именно растительность, то есть вот, именно сообщество растений. Вот, с флористами немножко лучше ситуация в целом, но с изучением растительности, к сожалению, меньше. Ну и плюс есть мода. Сейчас мода молекулярная биология. То есть эра геномики, вот, это лаборатории, это большие деньги, это приборы, там, фиксированный рабочий день, можно сказать, да, в чистоте, в стерильности. И это культивируется, это модно, и молодежь, ну, так, ну, генетика и все, что связано, идет туда, да. Хотя, я думаю, многие бы были бы хорошие специалистами и в полевых условиях.
Вот, но мы пробуем и совмещать это. Вот, то есть были работы, например, с польскими коллегами, и геоботаника, и генетика, вот такие вот береза приземистая. Да, сейчас вот с польскими коллегами, это уже не касается блок парники горной, тоже я сделал геоботанику, они генетику, то есть стараемся это совместить. Но дефицит есть. Ну, по публикациям, вот то, что мы смотрим и кого знаем, то было больше специалистов, да. И было больше таких, ну как сказать, величин крупных. Вот таких вот, ну, зубров, да, то есть таких вот классиков. И были школы, вот как у нас в Беларуси школа Юркевича, да, по лесной типологии, вот по классификации лесов. Не, ну, была страна другая, было финансирование другое. Так как сейчас, конечно, в основном, к сожалению, ну, скажем так, экспедиция это тоже стоит, да, то есть, как бы, за свой счет много не наездишь. А это проекты, как практически в любой сфере деятельности. И, конечно, если полевые проекты, то большей частью, конечно, не фундаментальные, а прикладные, да, то есть вот как по повторному заболачиванию. Ну, конечно, мы стараемся там и брать данные там с верхом, да, и для фундаментальной работы, но проектная деятельность, она очень сильно ускорила, скажем, работы, и остается мало очень времени на обдумывание. Вот когда читаешь старые книги, видно, что человек не спешил никуда. То есть он думчиво, там, основательно, с проверкой, то есть так фундаментально подходили. Теперь, к сожалению, вот эта скорость, она сказывается на качестве. Но это уже немножко уже другой вопрос, я начал такой больной. И, ну, возвращаясь уже к кадрам, и вот это развитие молекулярной биологии, оно, конечно, очень сильно оттянуло. Ну и отношение к науке было другое. Вот. То есть, поэтому сейчас, конечно, вот среди студентов, вот как бы выборка большая, чтобы человек сознательно хотел заниматься наукой, то есть это единицы. Единицы, вот, к сожалению. Но сейчас молодежь практична. То есть романтиков почти уже не осталось, и поэтому как бы цена вопроса, да, вот. Это вы хорошо все рассказываете, да, там поле, костер и так далее, да, а смогу ли я на это жить? Вот, и там начинается уже другой разговор. Можно, ну, мы зарабатываем же, да. Проблема, как бы, заработка, это вообще отдельная тема, конечно, это, конечно, проекты, и это поиск проектов, это конкурсы, это подача заявок, ну, как обычная проектная в науке. Это, сейчас это норма. Это раньше, конечно, государство давало, вот, ребята, вам деньги, вот вам время, там пятилетка мерились, и изучайте, что хотите. Теперь правила игры другие. И вот с одной стороны, да, то есть можно заработать, и международные есть проекты, вот, и проекты хоздоговорные, да, и в различных фондах, но это надо быть очень мобильным, надо уметь позиционировать себя, потому что есть разные команды, каждый хочет заработать, ну, это как там тендеры те же, правда, вот, и идет конкуренция, но если хорошая команда, да, профессиональная, есть задел, есть чем похвастаться, что мы сделали то-то, то-то и то-то, то вполне можно заработать, и потом уже, ну, это как сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя, как у студента. Здесь то же самое, то есть делаешь имидж, вот, тебя начинают приглашать, даже иногда бывает уже таки выбираешь, да, чем вот это хочу, это не хочу.
Вот. Тем более, когда еще совпадает по времени. Вот. И, как правило, у профессиональных полевиков, я в сумме говорю, да, это не только геоботаники, что, как правило, сезон более-менее уже расписан уже еще до сезона, да, уже примерно. Вот. Поэтому можно, но это тяжелый труд, потому что иногда молодежь воспринимает, вот поле – это интересно. Разное болото, леса, луга, романтика, да. Ну, там трудно все. Но самое тяжелое в реальности не это. Самое тяжелое – этот материал обработать, да, то есть найти логику, да, выявить закономерности, то есть сделать выводы, то есть это там гигабайты информации, вот это все сархивировать и в удобоваримой форме заказчику в виде отчета, в виде научных статей, в виде докладов, ну, научная продукция. Вот. А это уже такой незрелищный труд. Это долго, это мучительно. Бывает материал, ну не идет. Вот есть все данные, ну бардак какой-то, вообще, ну непонятно. Ничего не связано. Потом отлаживаешь этот материал там через пару дней, ну как штангисты, ну не взял вес, ну вот не взял, потом подходишь уже там поумнел, почитал, поговорил с коллегами, да, обсудил, о, вот уже смог найти логику, да, вот какую-то закономерность, которая есть в растительности, поэтому вот это, ну, как бы поле – это больше такой там, физически такой тяжелый труд, да, а потом наступают такие рудники интеллектуальные. Потому что тут еще в чем дело, что надо быть, ну, это как спортсмены, да, если хочешь олимпийскую медаль, должен тренироваться постоянно. Поэтому ты должен быть, то есть читать научную литературу, что коллеги сделали, новые методики. То есть постоянно быть в форме, вот, потому что как бы варенье в собственном соку, в итоге выходит что? Ты начинаешь изобретать велосипед. Наука – это работа, которая постоянно с тобой. То есть невозможно там оставить, вот все, там 5 часов и все. Это постоянно в голове. Вот. Только тогда, ну помните, там с Менделеевым история, да? Вот там с Кекуле, там с бензольным концом. Почему? Так получилось. Потому что они постоянно про это думали. Это надо полное погружение в тему, в этот объект и стараться вот открыть, да, новое и найти логику. То есть, по сути, найти язык, как говорить вот со своим объектом, вот с растительностью, через показатели перевести на человеческий язык. То есть, по сути, мы такие переводчики, ну, если так образно сказать, да, что вот о чем говорит растение, что оно тут растет, или что оно вот такое, или такое, да, или вот что тут такое сообщество, такой фитоциноз. То есть все это несет информацию, и это вот иногда задают вопрос, можно я себе задам вопрос, да? Конечно. Иногда задают вопрос вот про болото, да, как это вот там выходите, да, там же утонуть там, все, особенно засасывать все любят. Любят, что засасывает. Я говорю, понимаете, я на болоте ощущаю себя как автомобилист на дороге. То есть там все написано. То есть каждый вид, каждое растение, каждое собственное мне говорит, что куда ходи, сюда не ходи или что там будет. То есть это вот куча дорожных знаков, я просто хожу как по улице. Ну, просто я читаю эту информацию. Понятно, что человек, который не в курсе этого, ну, понятно, что для него это просто там зелень, это все зеленое. А для меня это 100 видов разных, которые мне говорят о том, что там. Почему мы так мало знаем о болотах? И было ли так, например, 50 лет назад, может быть, было по-другому, и там, скажем, первая традиция, общение с болотом, как? Ну, я понимаю. Конечно, болотами занимались, да, у нас и хорошо, и Допричка, такой классик, ну, если белорусские болота. И еще до, там, можно вспомнить экспедиции генерала Жилинского, еще до революции. С болотами
Да, с болотами, по сути, да, произошел такой разрыв вот в плане преемственности поколений. Я имею в виду исследователей. То есть наши предшественники, вот, классики наши, да, когда мы смотрим на их работы, например, там, сколько они там бурили этих скважин, чтобы брать образцы торфа, то есть очень фундаментальные, там огромные профиля делали. Ну, правда, там и ресурсы другие немножко были, и команды, но, к сожалению, вот как бы живое вот это общение, да, оно было прервано, и, конечно, нам было очень сложно вот, возобновлять это. Вот это в начале 2000-х, потому что книги – это книги, но живым человеком ты можешь узнать там за час в поле больше со специалистом, чем ты год будешь книги читать. Вот. Поэтому этот пробел был, к сожалению. И вот за нашу работу с 2000-х начала, я думаю, что мы продвинулись дальше, вот, и по уровню, я, ну, может, это не скромно, но как бы на уровне, чем вот наши учителя, наши предшественники. Правда, конечно, сейчас немножко другая приборная база, да, то есть информационные технологии, то есть визуализация результатов, вот, особенно с картографией связана. Вот, поэтому я считаю, что мы, вот, наша команда, ну, скажем, достойно продолжает то, что сделали вот болотоведы, белорусские болотоведы там, в 50-х, 60-х годах. О чем был момент растений и как эту информацию использовать? Ой, ну это надо курс экологии растений читать. Ну, нет, просто... Нет, тут все классически. Нет, тут мы открытия не делаем. Это биоэкология у каждого вида. Просто мы знаем, в каких условиях он растет, да, в каких условиях, ну, это, если помните, классическая экологическая кривая, ну, доски нету, ну, и не надо, то я лекцию начну. Вот, по обилию смотришь, да, в как, и это является индикаторами, то есть каждое растение, каждое сообщество, оно индикаторами. Он мне говорит, какое тут увлажнение, какое тут плодородие, да, то есть дает эту информацию. Конечно, мы еще не все, я думаю, никогда, наверное, не, как бы полностью досье про каждый вид не узнаем. Потому что иногда кажется, ну этот вид уже, знаешь, ну как облупленный. Ну, уже удивить не может. И потом, бывает, вот работаешь в каком-то биотопе, и он удивляет, вот каким чудным образом он тут растет, непонятно. Он не должен. Вот по классической экологии растений его тут быть не должно. А он такая вот сволочь, вот вырос, и тебе что, учебник переписывать? Вот. Но это то есть... изменения в природе? Нет. Дело в том, что мы не знаем, по сути, всех потенций видов. Вот, вот насколько, вот, вот, ну знаете, в экстремальных условиях человек прыгает там 4 метра. И, соответственно, растения тоже иногда в экстремальных условиях показывают себя совсем с другой стороны. И это удивляет, потому что есть стереотип, ну, импринтинг. Вот ты научился, вот на этом болоте вот должно быть то-то и все. И вот это и хорошо, что всегда есть вот эти сюрпризы, и ты узнаешь о этом виде больше. Оказывается, у него, оказывается, шире амплитуда, да, он может и тут. И тогда уже идет работа, вот как-то мы сделали с БГУ, с коллегами, с кафедры ботаники, да, это уже дифференциация вида внутри, когда идет, да, то есть, что эта популяция, эти популяции более адаптированные, например, к более сухим условиям, а эти к более влажным, это вот, например, по лапчатке прямо стоячим мы сделали, то есть это внутривидовая систематика. Поэтому в этом и прелесть вот наших исследований, что нету такого стандартного. Есть классика, конечно, если ты идешь и видишь, что вот вахта растет, понятно, что это очень топкий субстрат, да, что и если хорошее такое обилие, то лучше там не суваться туда. Вот, вот, то есть знаешь классику. Но всегда вот есть новое, да, новое, и мы как бы
раздвигаем вот наши знания наши о видах, и поэтому лучше можем их прогнозировать. Вот, особенно вот с такими аномальными, вот как сейчас, там май, там июнь, сухой. Вот, и иногда виды подбрасывают такие вот адаптации, такое приспособление, что просто диву даешься. То есть он уже не должен тут расти, да, вот в таких условиях, он все равно растет. Да, там разные стратегии жизни есть, вот, но поэтому, скажем, читать болото, да, это вот в практике лучше, конечно, чтобы кто-то был более уже продвинутый, он просто вот рассказывает, ну, как ПДД сдаете. То же самое, абсолютно. Вот, вот такие, на болоте вот такие правила. По хождению, да, вот, вот тут нельзя поворачивать, да, вот когда этот вид, лучше не соваться, надо вот... Какие-то примерные советы, то есть куда не ходить, когда вы можете по растению, то есть, если видишь такое растение, сюда можно идти, ну, а такое... Бахта трехлистная, лучше не ходить. Конечно, очень хорошие индикаторы сфагны, но это уже специфика жанра. Если сфагны и кустарнички вот. Болотные, то, в принципе, если, если кустарнички, вереск, багульник, да. Голубика, да, это нормальный субстрат, не топки. Да, вот если вот такие есть. Если сфагны, сфагнули, если сфагны и они особенно часто такие салаты, очень такие привлекательные, хочется вот... знаете, как в этих русских сказках, да, чтобы прилечь, вот, то да, это опасно. То есть самые такие красивые такие вот там места, да, на болоте, они опасны. Ну, красота вообще опасная вещь. Это подтверждается болотами. Вот. Очеретник белый тоже, ну там получше, но тоже надо как быть осторожным. Осоки, ну вообще, если осоки доминируют, то тоже там, скорее всего, достаточно топкий субстрат. Вот. Ну, то есть со сфагнами. Да, со сфагнами. Нет, ну я по верховикам, да. На верховых. На низинных болотах там, конечно, скажем так, немножко сложнее. Там от кочек, да, зависит, потому что если... Я, честно, не помню осок по-русски, да, например, карексалата, то понятно, у него там высокая, да, о, сока высокая, да, у него кочки там, ну, у меня там выше колена, вот, и понятно, что оно может быть залито, и тростниковые заросли, то же самое, вот, но это все вот с опытом приходит, да, с опытом. А болото может покормить, если человек заблудился? Ну, смотря в какой сезон. Осенью, да. Вот. Весной. Весной вряд ли. Нет. Вот. Только прошлогоднюю клюкву, если находить. А летом? Ну, летом голубика, по краю брусника. Вот. Грибы тоже особенно... Бывает, что вот как сухой сезон, а на болоте есть вода, и да, вот там собирали грибы тоже. Вот. У нас трава хорошо на болоте, тоже можно там грибы, потому что уровень воды довольно высокий, и уже вокруг все высохло, а на островах на болоте вполне хорошее увлажнение. Вот. Ну, а если ты охотник, то вообще не вопрос. Вот мы как-то... Когда работали на Диком, вначале нас очень удивляли, что там, ну, Дикое – это болото в Белорусской пуще, на границе Гродненской и Брестских областях. Вот, и там впервые в моей практике, то есть я делаю описание, сзади стоит лось и смотрит. Да, что я пишу? Ну, это лоси только, потому что лосихи с малыми, понятно, не убегали. А лоси, то есть, вот идешь, он так, машина эта поднялась, перешла, ты прошел, он прошел, лег дальше. Да, ну, то есть, ну, это Белорусская пуща, там, понятно, охранный режим, но дичи довольно много. То есть, если охотник, то, ну, это вот там полесские робинзоны, то, я думаю, вполне можно. О, это отдельная тема, потому что я, да,
кандидатской диссертации начинал. Ну, из официальной, да, медицины. То есть, что фармакопея, это, конечно, годичные побеги багульника. Вот, это, ну, все ягодные растения, но они как пищевые идут. Это корневище сабельника, наверное, знаете, там при болезнях суставов. Вот, это кора ив, тоже она теперь фармакопея белорусская, то есть при Союзе не было, но только как техническое сырье было. Вахта листья, вот. Плюс, если низинники, конечно, это таволга визолистная, соцветие, тоже очень ароматный чай, такое, как мне фитотерапевты говорят, что очень дефицитное сырье. Болото – это экстремальное вообще место обитания? Или наоборот, это благодать и там все, с точки зрения растений как раз? Да, да, я понимаю. Болото, ну, я больше про верховые, понятно. А есть разница? Ну, да. Есть, да. И она то может быть радикальная, да, не верховая. Да, потому что питание разное. Вот. То есть верховые болота, питание атмосферное. То есть минеральные вещества, как правило, попадают с водой, с дождем, снегом, а там, конечно, этого минимальное количество. Низинники, питание идет с... Если пойменное время половодья, да, грунтовыми водами, то есть как бы разные источники питания. Ну, я про что-то такой экстремальный вариант и такой яркий вариант. Это вот верховое болото, и я это называю такое царство сфагнов, потому что для сфагнов это супер. Вот это их оптимум. И они его и создают. То есть, и поэтому я сфагны называю иногда, как это китайцы. То есть вы знаете, китайцы, они не смешиваются ни с кем. Они приехали, сделали China Town, и там по их законам. И плевали они на все остальное. Да? Их много. Сфагны, то есть где они поселяются, то они диктуют правила. И они создают для себя гору торфа, ну, образно говоря. Да? То есть они создают для себя оптимальные условия. И по сути, так как у них горное происхождение, сами как род возник в горах, где тоже проблемы с минеральным питанием. И у меня такое ощущение, что вот когда они ушли на равнину, вот как китайцы, они делают, имитируют дом свой. Ну, конечно, не в таком масштабе, да? Но имитируют эти горы, свою родину. И вот они для себя делают оптимальные условия, но эти условия экстремальны для большинства других. Очень экстремальны. То есть вода кислая, много куминовых кислот, да, холодная, потому что подушка, изоляция происходит, да, биогенов мало, то есть минеральных веществ, потому что торф, да, накапливается, то есть минерализация не высокая. И, конечно, с ними могут жить только те, которые адаптировались к этим экстремальным условиям. Поэтому на верховых болотах видов немного. Но зато как они в тельняшках, да, то есть они могут выживать в этих условиях, проходить полный жизненный цикл. И во многом им, кстати, помогают грибы. То есть все, ну, кроме насекомоядных, имеют микоризу, то есть симбиоз с грибами. То есть грибы еще могут на болоте, то есть с бактериям очень плохо, потому что там стерилизация это идет. Грибы еще выдерживают, и они дают возможность, то есть заменяют корневые волоски растений, мицелий, вы знаете, там площадь огромнейшая, и они справляются с этим и дают возможность произрастать и плодоносить, та же клюква, да, та же голубика, нормально существовать, то есть вот эти адаптации, вот. Но таких видов немного, да, таких видов немного, поэтому на болоте, ну это как, что русскому хорошо, да, то немцу смерть, вот что-то похожее, вот. Но именно вот сейчас, например, начинаются вот, ну и продолжаются работы уже на стыке. Вот высшее растение, да, например, цветковое, да, и грибов, то есть начинают изучать уже, как
живут они с грибами вместе вот в этих экстремальных условиях, да, вот как идет питание, то есть уже на уровне физиологии двух организмов, когда вместе. Вот как у меня на кафедре уже так занялись изучением микорист в экстремальных условиях. Потому что в итоге, конечно, вот я по своему опыту сужу, все-таки приходишь к тому, что хочется знать, как это функционирует. То есть фактология, да, тут такие-то виды, да, там такие-то виды, тут такие-то сообщества, там такие-то сообщества. И, конечно, все равно приходишь к тому, что нужно выяснять отношение их к экологическим факторам, да, нужно выяснять, как они меняют эти факторы, да, как они существуют, как функционируют, как вообще это вот сообщество, как они вот собрались вместе. Дело в том, что, ну, это уже уровень биоценологии, правда. Дело в том, что мы знаем только по частям. То есть, скажем, выяснить даже там на уровне взаимодействия с опылителями, да, или там на уровне взаимодействия с пищевыми цепочками, то есть пока еще ни по одному биотопу нет полных данных, потому что видов очень много. Конечно, поэтому, скажем так, почему мы приходим к тому, что надо комплексные работы, да, например, с зоологами и так далее. Потому что мы невозможно объяснить вот это сообщество, исходя только из него. Вот в чем дело. И работы очень много, и она очень сложная, потому что такое огромное количество факторов, скажем так, охватить одновременно в голове это все, в принципе, невозможно. Поэтому это должны вот комплексные работы, как мы и вот с орнитологами пробовали, да, с энтомологами пробовали, вот с микологами. То, что в реальности, вот если вот как Ипатов Виктор Семенович говорит, а в реальности-то мы растения-то и не изучаем, потому что нету стерильных растений в природе. В них кто-то живет, на них кто-то живет, в корнях, кто-то их опыляет и так далее, это все влияет. И объяснить только исходя, что вот, вот ему что-то там не здоровится этому растению, да, что сказать, что просто там азота мало, ну, это пальцем в небо. Поэтому изучить, как функционирует сам биотоп вместе, включая там и почвы, и температуры, осадки и так далее, ну, это, я думаю, дело будущего. То есть мы пока делаем вот с точки зрения растений, да, и я надеюсь, что когда-то наступит время, когда мы вот объединим эти усилия и сможем изучать целиком, а не по частям. А насколько сильная динамика природная, ну, допустим, вот там куча болот уничтожена, да, и работают какие-то программы на, да, сохранение там или... Ну, на, повторное обладение, да. Насколько сильная природная динамика сама, вот если отпустить ситуацию, представим, что человека не стало, насколько быстро природа вернет все то, что было, например, там, ну, что начинало формироваться далее, ну, скажем, 100 лет назад. И 100 лет назад это не так. Ну, хорошая модель у нас, но она, конечно, грустная, да, это Чернобыльская зона. То есть вот, что человек наделал, потом хоп, и человека нет. Динамика есть, очень интересная, но то, что было спрогнозировано, не совсем пошло под сценарий, который был в прогнозе. То есть да, природа восстанавливается, вот. Но скорость зависит от очень многих факторов. И, например, если мы говорим про болото, если, например, не на осушенном торфянике, да, оставить каналы, еще и бобров отгонять, да, то оно будет вот в таком сухом деградированном варианте, горящем очень долго. И, скорее всего, оно не вернется никогда. Потому что у болот главный фактор – это уровень воды. Вот. Поэтому сейчас, вот, уже сколько лет мы занимаемся, наши коллеги, вот, по возвращению бывших болот, то есть после осушения, после выработки торфа, то есть когда каналы закрываются, мы поднимаем воду и отслеживаем, как идет восстановление, как идет сукцессия, да, как идет восстановление болот, вот, например, там,
Докудовское наше болото. И очень у нас хорошая модель вот на Докудовском и Тавлицком районе, что у нас есть островок Натурного, ну, конечно, который подгорел немного, да, вот. И есть, которое было похожее, но осушенное, выработанный торф, и опять мы подняли уровень воды, и вот идет восстановление. Конечно, это долгий процесс, но стадия низинного болота довольно быстро подходит. А дальше уже все зависит от, кто туда придет, вот, и от динамики уровня воды. Поэтому в плане моделирования экосистем это хорошая тема, чтобы искусственно создавать. Да? Вот это делали, например, поляки, когда они обратно меандрировали реки. Ну, вы видели реки, которые в каналах. Вот когда мелиорацию сделали, была река такая, стала такая. Вот. И у них был опыт, да, как восстановить реку к исходнику. То есть понятно по старым картам, что было. Ну, конечно, я все время говорю, что вот хорошо быть мелиоратором, ты всегда при деньгах. Осушил, получил деньги. Повторное обводнение, получил деньги за то же. Реку спрямил, получил деньги, меандрировал обратно, получил деньги. Ну, классная работа такая, профессия. То есть всегда при деньгах. То есть ты там ломаешь, восстанавливаешь. Вот. То есть есть такое. И про, но с, как бы, с нуля сделать, то есть это, конечно, то есть надо иметь очень хорошую, вот я говорил, когда про управлениями экосистемами, да, то есть очень хорошие механизмы регуляции факторов, да, чтобы у тебя получилось именно то, что ты в итоге хочешь. Вот. Хотя компьютерное моделирование, да, оно существует, оно уже есть, но в натуре в плане болота с нуля я такого не слышал. Ну, есть такие идеи, конечно, но опять же цена вопроса. А вот как происходит ваш рабочий день, когда в поле? То есть вы там, вы выезжаете в сезон, там, вы на болоте, и что вы делаете? Во сколько вы встаете, там, что вы собираете? Ну так вот, может, в среднем немножко про... Ну, среднестатистически, потому что, конечно, очень сильно зависит, да, от сезона, вот Наташа говорит, потому что от погоды, там, дождь, жара и так далее. То есть, когда сильная жара, да, то мы встаем очень рано, там, в 6 утра, чтобы всем выехать, бывает еще раньше, чтобы там объем работы, например, до полудня сделать, а потом можно там после обеда. Вот. Если дождь, то тоже это все корректируется. Но в норме, то есть, да, это там, 7 утра, то есть позавтракали, уже у каждого есть... полный, так сказать, как там сейчас модно, дорожная карта, да, есть в нави... то есть объем работы, то есть мы обсуждаем вечером, то есть вот мы сделали столько-то в этот день, поэтому кто-то, если нужны постоянные пробные площади или сделать, или уже сделанный мониторинг мы проводим, например, как на болоте Ельня, да, на Споровском, на Званце, то есть тогда эта команда выезжает на эту пробную площадь, и там, конечно, такая полная, ну, по максимуму полное сканирование, да, растительности, то есть это и фитомасса, да, то есть срезается, вот, и делается подробное описание, и меряются факторы, то есть у нас есть, скажем, мобильные полевые датчики, да, чтобы можно было померить. Это, ну, такое в полном формате. Если вот задача отследить вот динамику, да, как, например, вот на Ельне восстанавливается болото после пожара 2002 года. Если задача, например, создать карту растительности, вот у нас, например, последняя, это Беловежская пуща, то у каждого в навигаторе точки, ты должен выйти на нее, сделать геоботаническое описание, то есть по ярусам, да, то есть древостой, кустарники, живой напочвенный покров, вот, чтобы потом
эти данные использовать для классификации растительности, да и биотопов тоже. Это уже на маршруте. То есть на пробной площади это да, ты выехал, уже дошел, и ты там полдня работаешь с командой, да, там, ну, в зависимости от объема работ. Если на маршруте, то, конечно, тут больше экстрима, понятно, и тут уже рассчитываешь, чтобы все-таки сегодня выйти из болота. По-разному бывало, правда. Да, потому что как бы на карте одно, а в реальности бывает совсем другое. Например, там бобры завелись, и там уровень подняли, и там или вплавь, или еще как-то перебирают. Ты должен выйти на эту точку, да, почти при любом раскладе сделать. Бобры очень быстро меняют ситуацию, да? Да, они, то есть они в гидрологии кардинально меняют, просто кардинально. И я уже говорил зоологам, ребята, займитесь дрессировкой бобров, чтобы они делали плотины там, где надо. Это ж какая экономия? Это ж эти плотины, они стоят бешеные деньги. Да? Ну хорошо, там Евросоюз дает и так далее. Ну там закончится. Ну дрессировали команду бобров. И главное, чтобы сервис они осуществляли еще. Ремонтировали. Ну что там в цирке просто так? Ну вот, чтобы при деле были, ребят. Но бобры, да. Потому что бывало у нас случаи, что мы работали, и через пару лет, то есть вообще картинка другая. То есть и они поднимают уровень, и, конечно, крупные деревья выпадают, целые лесные массивы выпадают. И иногда, конечно, это польза, да, помогают повторно обводнять, но для, например, лесного хозяйства то ущерб довольно большой бывает. Вот. А вы знаете, разрушение плотин особо ничего не дает, они за ночь обратно это все восстанавливают. Там ребята такие рабочие, ну, как китайцы вообще. Вот, поэтому, то есть и на маршруте уже идет работа, и ну, уже договариваемся о времени, да, то есть когда мы уже собираемся, если в разных точках, то уже кто на машине собирает, вот, ну, главное выйти на твердый субстрат в итоге, да, ну и вовремя, да, ну не всегда вовремя получается. Вот. И потом уже, да, то есть обсуждение, как, что, там, ужин. Ну, это такая работа, романтика быстро проходит, конечно, то есть это каждый день. Без выходных, и вот так, представь, там, целую неделю, да. Да, и там, да, иногда вот возникает такое дежавю, да, это я уже делал, да, или я там уже был, очень похоже. И, конечно, при, так как мы описываем сообщество, да, то есть нам надо все виды написать, то, конечно, к концу дня, да, то есть уже, ну, глаз устает, да, поэтому тут главное вот вовремя остановиться, чтобы не наделать ошибок. Вот, особенно уже когда вечер, и уже начинают тени уже другое, и обилие уже другое, поэтому тут надо быть очень аккуратным, потому что это данные должны быть сопоставимы, да. Если кого-то не знаем из видов, то есть берем образцы, потом определяем, там коллеги помогают определять. То есть мы стараемся, конечно, чтобы было полное описание, то есть такой полный соцопрос, чтобы было видно, кто и сколько в этом сообществе растет. А есть какая-то оценка, сколько на болоте можно сменить растения? Сколько вам нужно будет считать? То есть... Ну, на верховике немного, там, несколько десятков, если из сосудистых. Ну, сфагнов несколько десятков. То есть верховые в этом плане, в плане видов, они проще, конечно, да. На низинных, конечно, тут на уровень больше видов. И на низинах, конечно, сложно со соками, потому что вот как раз мы с Наташей шли и вспоминали, да, что вот сейчас хорошо описывать, потому что потом они отцвели, мешочки осыпались, и уже по вегетативным, конечно, это уже другие немножко цифры, и с видами намного сложнее. То есть тут еще важно в оптимальные сроки попасть в это сообщество.
Это очень важно. Потому что потом начинается по этим кусочкам такая криминалистика. Вот что это такое? Особенно осеннее описание. Это вообще фантастика. Да? А бывает так, заказчик, ну, разное бывает. Там, например, деньги там пришли только осенью. Хотя должны были быть там, в мае. Ну, что делать? Поехали. Почти по первому снегу. И это, конечно, намного более трудоемко. Да, трудоемко, но бывает разное. Но лучше, конечно, качественнее, чтобы вот у каждого сообщества, да, вот есть свой оптимум, когда лучше его описывать, когда он как бы в полном варианте представлен. Ну, с мхами проще, там зимой и летом одним цветом. Вот. Иногда даже осенью лучше, потому что не фонит. Сосудистые вот эти, да, они лучше просматриваются, но это уже как бы все равно часть описания. Не, ну начиналось, конечно, с больших болот, и, конечно, привлекательнее, да, ну и для, например, для Минприроды, что это особо охраняемые природные территории. То есть есть природоохранный статус, и тогда уже как бы актуальность само собой. Это же охраняемая территория, значит, надо знать, кто там и что там. Вот. Тем более, когда уже есть описание растительности, тогда можно прогнозировать, а кто там живет из животных, да, там, и беспозвоночные, и позвоночные. То есть, то, что как бы наша работа дает такой базис для остальных исследователей. То есть, особенно вот когда уже карта растительности есть, тогда уже орнитологи, энтомологи могут ориентироваться и прогнозировать, что мне надо вот посмотреть, вот найти такие виды, я не буду там болтаться, прочесывать эти 20 тысяч гектар, я вот выйду вот сюда, и там 9 из 10 случаев я его найду. Вот. Поэтому начинали с крупных болот, с охраняемых болот, вот. Ну а потом уже, скажем так, плюс в некоторых проектах мы можем выбирать, а не только заказчик. То, что, например, когда при повторном обводнении, конечно, там вот конкретно вот здесь будут эти работы, вы здесь и работаете. А были проекты, которые мы могли выбирать, вот, нас интересующее болото. Особенно интересно, конечно, там, где наши предшественники там давно работали, да, и мы могли бы повторить и посмотреть там вот за 50 лет, что изменилось. Значит, по археологии могут, ну, правда, это уже когда идет анализ торфа, ну и климатологам тоже, так как торф – это, по сути, такая запись прошлого болота, вот как на компакт-диске. То есть там все записано, с чего начиналось болото, ну и до актуального. Ну, актуальное мы и так видим, что растет. Поэтому, когда берется пробы торфа, бурится колонка, да, берется, то по торфу мы можем восстановить историю болота, мы можем датировку восстановить, то есть когда это было. Например, болото началось прямо с озера, то есть причем подсылается сапропелем. То есть, вот, что потом там были? Тростниковые заросли, тростниковые торфы, там осоковые, потом сфагны появились, и то, какие сфагны, да, там густифолиум, магелланикум, фускум. И это все с датировками, то есть вот такая машина времени получается. Плюс в торфе хорошо сохраняется пыльца. А пыльца у растений, она видоспецифична, то есть у каждого вида своя пыльца. То есть это, конечно, уже такая ювелирная работа, да, то есть вот эта пыльца, которая захоронилась в то время, там 5000 лет назад, например, да, чтобы ее добыть из этого торфа, а пыльца хорошо сохраняется, она покрыта споропаленином, то есть химическая она очень устойчива, даже плавиковая кислота не берет ее. То есть представьте себе. То есть, ну, природа постаралась, да, чтобы так надежно было. Ну, когда растения на сушу выходили. По пыльце, то есть мы можем узнать, кто там рос и в окружении, да, и сколько. Потому что понятно, чем более обильна пыльца, значит, больше сосны. Ну, был сосняк, там березы меньше, потом поменялось. Плюс в последнее время начали делать датировку углей. Ну, когда, вот когда оно горело, то есть датировку довольно точную. И поэтому
зная, кто там рос, да, и зная экологические характеристики, кто там рос, то есть мы можем опосредованно восстановить, какие были погодные условия, климатические условия, вот как, например, там, Атлантический период, Голоцена, ну, это середина, вот мы сейчас в Голоцене живем, да, 10 тысяч лет после ледника последнего, вот в серединке было у нас намного более теплее, да, и влажнее, ну, как вот сейчас там в Западной Европе. То есть это по растениям, по видам, это мы можем диагностировать. То есть можем восстанавливать отчасти климат прошлого, что было в этом. Торф хороший консервант. Я думаю, все знаете, что хорошо там рыцарей находили, там с бронзового века, там, помню, в Дании там кого-то повесили, кинули в болото там, сколько там тысяч лет назад, там, как этот человек назывался. Он, правда, плоский, конечно, потому что, ну, это все уплощает. То есть археологам тоже... Почему? Потому что даже... Ну, скорее, там задушили, бросили в болото и забыли, да? Так даже археологи выяснили, что он ел. То есть все сохранилось. Да, то есть... Вот, поэтому, скажем, торф – это огромный объем информации о прошлом. И то есть с развитием технологий, я думаю, мы сможем все больше и больше добывать информации из торфа, чтобы восстанавливать прошлое, и тогда мы сможем прогнозировать и будущее. А что самое сложное в вашей работе? Какие-то такие трудности или, может, какие-то истории? Сложное. Иногда АТФ не хватает, да? Сложно... Знаете, сохранять объективность, мне кажется, потому что все равно при работе возникают стереотипы. Вот как я про виды говорил, вот этот вот, ну как ярлык, знаете, как мы на людей иногда, да, ну вот как на студента, ну вот этот дурак, да, этот умный и так далее. И то есть вот сохранить вот возможность обучения, да, и принятия нового, которое идет часто вразрез с уже стереотипом, который у тебя сложился. Что вот ну, не, иногда, знаете, как там, ну не может этого быть. Не может этого быть, ну, хоть ты тресни это. Да, а оно факт. Вот, ну, и возникает этот конфликт программ. И вот очень важно сохранить возможность вот принятия нового, чтобы не было вот этой зашоренности, вот этих стереотипов, что природа, она очень многослойна, и она не вписывается в нашу искусственную классификацию. Конечно, мы классифицируем, потому что это единственный способ изучить этот хаос. Ну, без этого никак. Но любая классификация, она упрощает объект. И поэтому мы можем с ним работать. Но про это надо помнить, что классификация – это наше видение объекта, но не сам объект. Вот это очень, очень важно, да, чтобы... Потому что иногда уже, как это у нас говорят, там забронзовел, да, типа я классик, я все знаю. Ну, да, то есть есть такие... ученые, вот, типа я все уже изучил, что вы там бегаете, вот, и это уже, конечно, то есть, как бы остановка, то есть в науке или ты растешь, как езда на велосипеде, или ты едешь, ты растешь, да, или ты остановился и упал, вот, поэтому вот очень важно, чтобы было постоянно вот это желание учиться, не только учить, да, и там поучать еще хуже, да, а именно учиться и расти. Вот это очень важно. И плюс еще, конечно, очень важно, чтобы была слаженная команда, потому что люди все разные, да. Ну, это, знаете, как в космосе, да, там как закрытые такие коллективы. Каждый там свой темперамент, свой характер. И вот, конечно, это вот... Счастье, когда есть команда, когда тебя понимают с полуслова, и вот это очень ценно. И вот, например, нам многие завидуют, что у нас такая болотная команда, которая уже много лет, и есть результат, и на хорошем уровне, и мы учимся, и мы
стараемся кооперироваться с другими, потому что вот этот опять возвращаясь к проектной деятельности, к сожалению, иногда проекты разводят людей, деньги, ну, как бы разводят, и уже, ага, вот этого беру, этого не беру, лучше я поменьше возьму людей, тогда больше денег заработаю, а это сказывается уже на качестве. Ну, поэтому вот очень важно, чтобы была команда, а геоботаника, она только командная работа. То есть, вот это, то есть мы изучаем социум, и социум должен изучать это. Растительный социум человеческий. Вот. Ну, поэтому вот... Ваша команда большая? 4-8. Ну да. Ну, в зависимости, конечно, от возможностей там, финансирования и задач, потому что, конечно, иногда не имеет смысла брать всех на задачу, которую может там, например, 8, а могут 2 сделать человек. Вот, поэтому, ну, максимум, наверное, 8 наша команда, да. Иногда, конечно, мы, ну, от вдвоем, да, до 8, вот так. Ну, ядро, наверное, там, человек 6, такое, вот. Это, да, стандартно, это вполне нормально, ну, и с машиной меньше проблем, вот. Это как бы для наших задач вполне достаточно. Если, конечно, какие-то большие работы трудоемкие, то мы еще приглашаем поработать как бы извне команды. То, ну, как бы выходим из положения, ну, стараемся именно командой работать. Потом проще и результаты обрабатывать, да, и книги писать. Это важно. Когда вы берете пробу, вы обращаетесь к мелиораторам и их пользуетесь их техникой? Ну, допустим, там, бурить все? Не. Не, бур есть, торфяной, классика. И я хочу сказать, в поле, чем в приборе меньше электричества, тем лучше, то тем надежнее. Потому что, конечно, эти все информационные технологии, это все здорово, но сдох навигатор, берешь компас и пошел, и все. Поэтому информационные технологии, они хорошо, но это не панацея. Теперь без навигации, почему для нас это важно? Потому что нам важно четко привязать там нашу пробную площадь, да, чтобы потом вернуться, да, потом нанести на карту. При создании карты растительности, что вот это описание было в этом контуре. То есть это, конечно, вот когда появились навигаторы, это очень улучшило, ускорило и стало более точно работать, да. Вот, поэтому всегда стараемся, чтобы запасные там аккумуляторы были. Ну, вы знаете, наверное, про вертлявую камышовку, которая золотая птичка, да, которая кормит уже много десятков лет, во многом полевые работы. Вот, то, что у нас 60% мировой популяции в Беларуси, как оказалось. Вот, то есть она живет, гнездится только на осоковых болотах. И, соответственно, осокового болота, вы знаете, у нас зарастают вот кустарником. И надо было оценить, как сенокошение, да, там, различной периодичностью, техникой влияет на биотоп. То есть вот когда такие конкретные прикладные задачи, или там влияние пожаров, да, то есть имеет, вот как названцы, сожгли зимой, вот. И мы должны были оценить, да, то есть эффект есть от сжигания, да, то есть по растительности или нет. Вот. Но еще раз повторю, что мы стараемся всегда, даже если такие конкретные задачи, всегда брать в поле информации больше, сверхом, то есть то, что и не заложено в проекте. Вот, потому что, во-первых, эти данные, они очень дорогие, то, что там дойти до туда надо, да, это физически сложно. Когда я там еще в следующий раз буду, может, там в следующей жизни. Вот, и это очень ценные данные, поэтому мы по максимуму берем и потом уже используем и для фундаментальной науки.
не только как бы делаем, думать, что делаем там вот как написано от сих до сих, да, там сдали и забыли. Тем более, что когда есть больше информации, тогда ты можешь делать заявку на другой проект. То есть, когда задел. Потому что с нуля подавать заявку, она не имеет смысла. Вот. Но в основном такие прикладные сейчас в Беларуси по болотам. Это вот восстановление болот, восстановление гидрологического режима, вот как на Ельне, да, эти каскадные плотины. Создание ОПТ, это тоже, да, это уже там по заказу Минприроды. Вот, когда особо охраняемые природные территории, вот мы Старый Жадин делали, Амговичский. Ну, много достаточно, да. Но тоже, когда мы обосновываем вот, границы заказника, тоже стараемся, чтобы информации было по максимуму. Потому что тогда уже можно следующий проект в этом же заказнике уже изучаем конкретно, например, вот, там сукцессии, там динамику болот или еще что-то. То есть это, вот это важно всегда помнить, что как бы это не последняя работа, да, чтобы был задел и чтобы было продолжение. И очень важно стратегически так спланировать, да, что вот все эти прикладные, чтобы вылились во что-то такое, там вот такое более фундаментальное. А можно ли знания геоботаников использовать в туризме, создавать маршрутки? Да, мы тоже этим и занимались. То есть мы делали обоснование на Альманских болотах по экотропе, на Ельне тоже делали. А Смоленское Поозерье, да, было приятно, пригласили коллеги из нацпарка Смоленское Поозерье, там огромный нацпарк. И мы ездили и делали систему мониторинга болотных экосистем в натуре, в поле. И плюс проектировали экологические тропы, там нафантазировали. Вот, то есть было, да. То есть, скажем так, заказ на вот такие прикладные, вот по туристике, да, оно есть. Оно есть, обращаются, наш заказник Озеры, там вот под Гродно тоже обращались, консультируем, то есть нормально. То есть оно востребовано, но вот как было с Смоленским Поозерьем, то есть мы так нафантазировали с этой тропой, что директор сказал, что тут никакого бюджета не хватит, давайте мы по частям будет. Хотя я у него сразу спросил, там есть лимиты? Но он, не подумав, сказал нет. Ну и там мы уже по полной нафантазировали. Вот. Но я надеюсь, все-таки это будет, потому что геоботаника, да, дает возможность планировать экологические маршруты, тропы, чтобы не было этой монотонности, что вот это сообщество, это с красивого стороны подойти, да, это ж показать надо все, рассказать, информацию дать. То есть вот это мы тоже делаем. А чем вы занимаетесь в свободное время? Какое есть хобби, если вы не заняты своей деятельностью, там, университетом и исследованиями? Ну, вот сейчас свободное время. Так, не такое. Прям свое личное. Ну, это редко, это редко. Не, выходные работают. Тогда студентов нету, очень хорошо работать. Как у нас один профессор сказал, университет очень хорошее место работы, только очень студенты мешают. Вот. А выходных нету, тогда можно на кафедре спокойно заниматься наукой. Потому что в будние дни, ну, как бы в рабочие, то есть это учебный процесс, это очень сложно. Ну, а если все-таки бывают такие редко моменты, то есть люблю вот художественные галереи, вот картины люблю, но правда я на них смотрю как геоботаник, особенно пейзажи мне нравятся, я смотрю, правильно ли нарисовал, вот, особенно вот в Русском музее в Питере, да, то есть уже ты не можешь просто любоваться, то есть ты просто уже, то есть это подкорка, автоматически сканируешь, и видишь по латыни этот вот у Шишкина мне нравится очень хорошо нарисовано, да. Вот, то есть с профессиональной точки зрения, вот, особенно старые вот картины очень интересно смотреть. Иногда даже видишь, вот, ну знаете, эти заносные виды там есть, и потом, о, уже нарисовано, значит уже в этом году там 1800 он уже был тут, ну тоже с натуры же рисовали.
вот художественное, потом театр люблю тоже. Ну, если, ну, правда, с театром сложнее, это уже когда там родные или коллеги уже насильно, все, вот, то билеты есть, никуда не денешься. Вот, и ты уже должен, хотя тоже очень нравится. То есть театр, правда, я люблю такие более классические постановки, потому что на некоторых был таких очень модерновых, таких, ну, сюрреалистических. Может, я старомоден, но мне сложно это понять. Вот. Но классику, да, вот в театре мне нравится, да. Вот. И вот картины нравятся. Кино бывает, но это тоже довольно редко. Вот. И все равно, и в кино тоже смотришь, показывают Африку, а там кактусы. Думаешь, ну что за косички такие? Ну, то есть, и в кино тоже, особенно когда вот пейзажи, то есть сразу видишь, то есть ошибся или нет. Это вот последний раз, кстати, с картиной такая история была. Уже не помню, было в Русском музее выставка художника, кстати, вот польского происхождения, со времен Российской империи. И он на Ближнем Востоке, там библейская сцена была. Там во дворике, там Иисус, Дева Мария, все. И я так смотрю, что-то меня напрягает. Ну, она большая такая. Подхожу, а за Иисусом опунция нарисована. То есть американский вид, который, понятно, во времена Иисуса в принципе не мог быть. И потом я думаю, ну, художник же, ну, понятно, это не постановочная картина, да, но он же откуда-то взял. И потом уже я там с коллегами поговорил, оказалось, что этот художник как раз вот там в конце 19-го специально ездил вот на Ближний Восток, чтобы как бы этот колорит, цвет этот вот, ну, потому что в каждой климатической зоне свой там освещение. Да, и он этот дворик рисовал, и, оказывается, уже тогда это было завезено. И он нарисовал правду, только по времени немножко не состыковалось, там, на пару тысяч лет. Вот. Поэтому вот, интересно профессионально рассматривать так, вот, и мне очень нравится, да, вот, когда ты можешь там увидеть то, что другие не видят, да, то есть просто одни видят, просто пейзаж красиво, а я, ну, немножко другой. А есть ли такие вот вопросы, может, какие-то загадки какие-то интересные, которые вот вам исследователи, ученые, там вот, может, покоя не дают? Виды нам постоянно подбрасывают эти загадки, потому что не классический, то есть он растет, где не должен расти, вот не как в учебнике написано, а он растет и довольно хорошо растет. Вот. Не, ну, нет, и тоже, ну, как бы, в экологии растений, да, луговой вид, все нормально. И поэтому хочется выяснить, да, то есть вот какие адаптации, что вот такая широкая амплитуда. Вот как-то мы привыкли, что сосна растет и на болоте, и на суходоле, да. А вот некоторым видам, вот как ковсянице красной, вот, ну, не может. Или там душистый колосок в сфагнах, который тоже луговой, на сухих биотопах вид. Растет, вот буквально это воскресенье это видел, описывал. Да, и это уже такие вопросы экологии видов. То есть это уже надо переходить на популяционный уровень, на физиологический уровень. То есть, ну, вот. И дальше уже до молекулярной. Возможно, это два там разновидности внутри вида, которые специализируются в разных биотопах. То есть это уже отдельная работа. И это как бы надо уже играть в пас, да, потому что всем, ну, жизнь короткая, да, наука большая, то есть невозможно всем заниматься. Просто вот эти вопросы, но их уже должны решать другие специалисты, потому что это отдельная тема. Вот. Но с экологией растений, конечно, хотелось бы узнать, вот почему, да, вот почему вот они поступают не по классике. Хотя они сами по-другому думают, конечно, что все нормально. Но это вот в тему вот стереотипа. Да, вот это луговой вид, значит, он должен быть на лугу. И все. Ну, вид не знает, какой он, да, и растет там, где может расти.
А есть что-нибудь мистическое на болотах? Вот эти всякие легенды про болотников, блуждающие коньки, то есть вот что-нибудь такое есть, что пугает? Ну, в принципе, если не курить, то на болоте все нормально. Со звуками сложнее, потому что там птиц, то есть есть просто, да, и птицы, иногда насекомые там, но когда ты просто знаешь, кто это, ну, ты не пугаешься, потому что пугает, чего не знаешь. Ну, как бы страх возникает из-за отсутствия информации, потому что тогда начинаются фантазии. Насчет блуждающих огоньков, ну, мы по ночам не работаем, вот, ну, это там, знаете, самосгорание металла, метана, да, там бывает, потому что есть выделение метана, это может быть спокойно. Но это все объяснимо с точки зрения классической физики, там, биологии. Конечно, для туристики хорошей надо легенды, да. И про водяных, и про всех остальных, и болото, оно как бы соответствует, и поэтому, скажем, и мифы как бы наших предков соответствуют, но там с другой точки зрения. Но это, я считаю, тоже хороший пласт этнографии. Вот, правда, он больше, скажем, в головах у людей, у наших предков был, которые не могли объяснить. Вот. Мне, например, очень на болото, на верховых нравится разнообразие форм сосен. То есть они... вот этот бонзай, да, который они маленькие, там метр, полтора, два, и очень разных форм, хотя они могут там им быть 100-200 лет, да, но они маленькие, вот именно вот как японцы выращивают в горшках, очень живописные, да, вот. И там, конечно, бывают такие фигуры, да, то есть можно увидеть и водяного, ну, смотря какое образование, опыт, да, все что угодно. Я помню, вот на Лано, когда работали, это Полоцкий район, мне очень понравилось, там были вывалы, где-то даже фотографии есть, да, то есть так вывернуло, что казалось, что вот какой-то там леший вот просто идет, то есть там голова, все, вот ракурс такой. Конечно, если в сумерках встретишь, то, конечно, не будешь разбираться, там, живой он или нет, но фигуры очень причудливые. Наоборот, на болотах вот формы сосен и вывалы, вот когда корни поднимаются, а у сосны на болоте не стержневая, как на суходоле, а поверхностная, ну, потому что особо, что там глубже, там торф. Вот, их выворачивают, и, конечно, очень экзотические фигурки получаются, да. И поэтому тут можно увидеть все, что угодно. И это хорошо привлекает туристов, какие-нибудь там страшные истории рассказать. На Верховике в полдень, вот там июль, например, то есть это работа в русской бане. То есть это 100% влажность и жара. Я вот, кстати, в эту тему, когда к нам приезжали с других стран волонтеры, то есть мы их обучали работать на болоте, у нас был большой проект. Вот, Беларусь Wetlands. И приезжали со Средней Азии ребята. Вот. И я думал, ну, что жарче там, что там узбеки там. Вот. И они, оп, и на болоте все, и умер. Да, ну, то есть вообще работать не может. И я так говорю, слушай, так у тебя же там жара. Он говорит, да, у меня жарко, но сухо. А у тебя жарко, но влажно, то есть не адаптированно. А для экстремального, конечно, это в Беларуси одни из, наверное, самых экстремальных биотопов, особенно когда знаешь маршрут и знаешь, где там можно сделать экстрим. Мочажины, там, гряды, озерки, сплавина, когда под тобой все шатается, да, и там сосны, это волны вот эти вот. Это да, это впечатляет, это, конечно, адреналин, и вполне можно такие туры делать. Правда, есть одна опасность, и мы, наверное, впервые в Беларуси про вытаптывание, да, делали эксперименты. Болота достаточно уязвимы. Они вот к массовому посещению. Вот. И вот мы делали эксперименты, как влияет вытаптывание на болото, разные нагрузки. Конечно, там
годы проходят, и все равно, да, смотря какие биотопы, это само собой дифференцировано все, но надо очень осторожно вот планировать, да, и лимитировать вот эти нагрузки, если мы делать будем такое, потому что мы можем просто убить этот аттракцион, да. Но экстрим вполне, вполне может быть при грамотном подходе, я думаю, будет востребован. Спасибо большое, нам надо уже заканчивать и передать. Ну да, мы, вот. Можно еще лично подойти к второй задаче.